Так, еще раз всем привет. Заранее поздороваюсь, потому что в серии я опять буду здороваться. С вами Ради, так. И насчет розыгрыша. Условия будут очень простые. В принципе, как обычно, у меня условия — это подписаться на канал, поставить лайк, подписаться на мою группу ВК и оставить в комментариях ссылку на свою страницу ВК, чтобы я все проверил. И также должны быть открытые лайки и подписки, вот это понравившееся видео, и подписки на канал, чтобы я все проверил и вручил вам призы. Вот. Ну а дальше смотрите ролик. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Заради, и сейчас мы едем покупать машины для розыгрыша. Конечно, сейчас будет не такой дорогой розыгрыш, как был. Но все же машинами я решил, они деньгами будут вот BMW 5 серии E39, E34 и какой-нибудь Мерсик возьмем. Просто сейчас с деньгами у меня не особо получается, вклады еще не пришли. А я уже денег потратил, не обращать внимания, то машины, которые вы... А я их скрою, ладно, вы ничего не увидите. Вот Е34 я хочу взять, и заодно глянем на нее тюнинг. Два в одном. А основной цвет пусть будет... Не, давайте белую. Доп цвет черный, типа черный низ. Ладно, пусть тоже белый будет. Не, вот выделяется тут белый. Тут не такой белый. Черный, основной белый. Номер. А пусть 36, я специально свои, вот Воронежскую область, поставлю свои номера. Купить. Прикиньте, с номерами фартанет. САХ 369. Ну, в принципе, 369 не так уж и все плохо. И МР сейчас берем. Так, сейчас уберем Е34. Так, забегаем сюда, берем Мерс. И сейчас едем в салон тюнить его. Блин, какой Майбах сочный все-таки. Так, мы просто не особо богаты, поэтому. Я вообще думал взять Е55. Ну, скорее всего, и возьмем, потому что если брать Сэшку, это уже будет, ну, как бы сказать, призы неравноправные, можно сказать так. Давайте сейчас вот эту Ешку возьмем. Е55. Сейчас в банкомат сходим, что там 15 тысяч долларов надо. У меня просто всего там 8 лямов где-то осталось. А еще на следующей серии надо будет. Вдруг еще какие-то идеи будут. Поэтому, в принципе, небольшой розыгрыш, но, как говорится, приятный. Хоть какие-то деньги вы с этого получите. Перевод денежных средств. Так, назад. Перевод между счетами. Нам надо 15 тысяч долларов. Ну, лям это, да? Ну, тоже не маленькая сумма. Правильно, 15 тысяч долларов, да? Все. Я надеюсь, все правильно. И я не налажал нигде. Так, сейчас берем, покупаем тачку, едем все тюнить. Самое любимое мое дело это на CCD, это тюнинговать машины. Я надеюсь же долларов, не евро. Может я бы... В евро. Ой, короче, я зря деньги, короче, в доллары закинул, я их сейчас даже... Алло, дядь, выпусти меня. О, ну сейчас я думал опять забегу, но нет. Да, у меня как словесный понос начинается, вот это в 5 утра какое-то, в 5-6 утра. Блин, почему в Мерседесе нельзя было сделать вот этот же банкомат сраный? Вот мне вот это вообще как-то не особо в кайф ходить. 10 тысяч. Ага, ну все, нормально, сейчас перейдем отсюда. Может 14? Нет, 14, но пусть 13 будет. Сейчас 13, 200. О, 205. Нет, много. 4. 3. Я просто все хочу снять. 2. 8. 7. Вот. Перевести. Перевод между денежных средств. У меня все равно 1 доллар остался, понятно. Рубли в евро. Ну, грубо говоря, сколько нам еще надо? Ой, давайте закинем 1800. Ну, хватит 1800. Ну, тут должно. Так. Все, да, 15 тысяч евро у нас лежит. Евро.
Получается, у нас одна машина будет с пробегом небольшим, и все остальные машины. Ну, как я понял, насчет мест. Ну, это сейчас еще тюнинга посмотрю, где какой тюнинг будет получше. Или, наверное, надо ходса сделаем все-таки. Так. Номер 36. Прикиньте, ну, вдруг фартанет. Я бы не против номеров на 36-м блатных каких-нибудь. АТХ, я понял. Это называется «Иди ты нахер, Рэди». Так, все, летим в тюнинг теперь. Сейчас глянем, что за тюнинг есть на эти брычки, брычки, брычки. Конечно, тунер в круг. Без этого никуда машины... не знаю, заправлю или нет. Это уже деньги кончаются потихоньку. Кто скажет, это еще много? Нет, это немного денег у меня осталось. По сравнению с тем, что было у меня... Блин, ну я чуть себе теперь его захотел. Я помню, у меня такое было с 222-м. Пришлось его купить потом. А он у меня сейчас есть вроде. У меня ж Майбах есть? Да, у меня есть. Во. Дошло мне. Как до Китая доходит. Я сомневаюсь, что тут какой-то... Ну да, видите, тут диски. Ну пусть все такие диски будут. Ну, хоть что-то. 114 тысяч, ну, неплохо. Сделаем, как в реале, такие желтые фары. Номерная рамка. AMG. Спойлера нету. Пусть такие будут. Шины у нас. Ну, шины не будем тратить, от них смысла никакого нету. Вот, 200 тысяч, и то это мы еще на покраску не заехали. Уж красить будем, наверное, в строгий черный цвет. Колесики узенькие. Так, тонировочка, тонировочка. Зато еще в пятак перед вот чуть-чуть. Ну так, чтобы просвечивалось, там что-то видно. А лоб вот так. Купить основной цвет, пусть будет прям черный. Такая бандитская. Так, ну цвет дисков. Ну, диски в черный это уже перебор. Ну, хотя это смотрится. Вот на этих дисках я поставил бы черный. Блин, я хочу этот заколхозить. Все, будут черные диски у нас на розыгрыше. Блин, только ее занизить бы по-хорошему, а то она как джип выглядит. Так, давайте. Где это Мерседес Е55? Вот, такая М5, просто, гляньте, это стиль. Никакого, ну, даже колхоза нет, как по мне. Я вообще хотел ее кому-нибудь подарить из игроков на сервере, но так подумал, в принципе, можно и лучше разыграть среди своих пацанов, своих подписчиков. Братюнь, вот, поэтому да. Ёб твою мать, что ты, блядь, такое, нахуй, выкиньте, блядь, мои глаза, вырвите, нахуй, они мне больше не нужны. Сейчас из нее тоже сделаем М5. Вот нахера тут столько дисков АМГ? Ёптвою, а где диски М? Вот Альпина, я насчет Альпины думал. Давайте сейчас глянем. Давайте рестайлинговый капот. Так, Xenon 3200 ставим. М5. Номерная рамка. M Performance, ёпта. А у нас фары сейчас включены или что? А, ну да. Блин, ангельский это такой себе, это колхозно. Вот реально, вот что-что. Пусть такие черные фары, передние бамперы. М5, Альпина. Блин, ну Альпину я не хочу, я хочу М-ку. Передняя правая дверь, М5. Правая, прочее. Рестайлинг, спойлер, М5 и нет, М5 все-таки поставим, тормозные фонари, белые поворотники, тюнинг, пусть белые, так как это, если не ошибаюсь, М525 нет, Альпина B10 турбо нет, просто М5, просто больше не надо. Дорест все-таки поставим. Капот рестайлинговый убираем. Так она смотрится намного чуть-чуть.
Блин, какая она сочная. Так, давайте диски искать. Что-нибудь, что подойдет. Ну, вот, конечно, Альпина можно было. Блин, ну, на каждую бэху... Вот эти мне еще нравятся. Чем-то у нас на бэхе... Есть на бэхе такие диски похожие. Просто ставится какой-то... Вот эти вот ничего так смотрится. Я бы такие даже поставил. Ну, вот цена это будет бред. Блин, напишите в комментариях, какие бы диски вы тут поставили. А тут теперь нету дисок, типа, от М-ки. Блин, я хочу вот эти все. Так, комплект задний вампер я поставил. М5, да, правильно? Да. Добавить в корзину. А, я его еще не добавил. Настройка Калиос. Так, развал. А можно его наоборот убрать? Он мне и даром тут не нужен. Кстати, давайте толщину прям добавим такую, как будто у нас там зверь сидит под капотом. Размер чуть-чуть уменьшу. Хотя пусть такой. Шины спереди тоже выпирать пусть вот так вот. Ой, ну мне уже нравится, уже покрасивее. Профиль шин. Ну, такие делаем и все. И смотрите, еще 200 тысяч, у меня уже наликом только 200 тысяч остается. Блин, вот реально их еще подзанизить их все. О, тут винил есть. М-перформанс, ну тут что-то перебор. М-полосы, перебор. Блин, ну это, вот это уже колхоз, ну реально, это бред такой. Я хочу ее тоже всю. Давайте основной цвет дисков. Конечно, покупаем основной цвет машины. Черный. Тонировочка в круг. У нас будет один такой радостная машина, такая светленькая, яркая. И все просто в круг катанные. Ну вот. Так, давайте сейчас определим. Ну, хотя давайте ее сначала съездим, сделаем подвеску чуть пониже хотя бы, чтобы вид имело. Вот жалко, выхлопа нету тут. Вот если бы еще выхлоп бы сделать. О, ну М-ка дает, дает. Так. И тут на 6, я думаю. Не, надо перед опустить. 55, я думаю. Так, эту мы сделали. Теперь осталось нам сделать. А может, мне станет лень, я ничего не буду тут замазывать и все так оставлю. Все возможно. Да, вот Мерс тоже надо настроить. Подвеска. Единица. Ну, вроде единица. Окей. А тут надо было наоборот диски побольше сделать. 0,7. Че он там с номерами? Ничего твои номера не стоят, вот и все. Так, ну я так думаю, давайте начнем с ГОСа, к примеру. Первое место пусть будет лупатый, я так предполагаю. Первое место будет лупатый. Второе место будет BMW E39 и третье место BMW E34. Как вам такой ход конем? Вот, и я думаю, вполне очень справедливо будет. Вот. Поэтому все, скоро будут розыгрыши, итоги будут, ну, давайте через неделю где-то. А может даже меньше, посмотрим. Поэтому, ну, скорее всего, через неделю, с момента выхода этого видео. Вот. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Рэди. Всем пока-пока и всем удачи победить в розыгрыше. И, конечно же, приглашайте своих друзей на розыгрыш.